перчик чили. Всем привет! Сегодня мы будем делать смузи челлендж. Да, за окном у нас идет дождь, и мы решили пока что повеселиться. Да, вот у нас маслины, киви, конфеты, печеньки, мед, агуша такая у нас, клубника, банан, виноград, нутелла, шоколадки, перчик, чили. Кому же он попадется? Бананчик. Бананчик. Вот сыр. И, а вот это... Огурчик. Огурчик. Что у нас тут? Чесночок. Укропчик. Курага. Курага. Лимон. Крабовые палочки. Пусть мне крабовые палочки. Надеюсь, что они тебе попадутся. Да, я тоже их люблю. А вот это что? Сельдерей. Сельдерей. Арбуз. Ну, вроде бы все назвали. Да, вроде бы. И вот такая вот лотерейка, которую мы записали все бумажечки. Еще одна агуша. Яблоко-груша. Яблоко-груша. Почти стихами заговорили. Ну что, давайте. Давайте лотерею. На камс три. Кто первый тянет? Давай. А Уля победила, Уля была бумага. Уля сказала колодец. Но она повторила за тобой. Ну давайте еще раз. Ну, Уля, ты не говори, что ты выдаешь. Она же повторяет. Ничья. А ну еще раз. Уля провалилась. Ксюша первая. Тяни. Ну, ты же должна подождать, пока Ксюша вытянет. Так, так, сельдерей. Сельдерей! Ищи, где там сельдерей. Кидай. Я. А что у тебя там? Не-не-не, давай прочитаем. А тут и хитрюга маленькая. Курага! На, кидай себе курагу. Вот, кидай. Это твое. Ксюша, доставай. Ой. Кручу-верчу, выиграть хочу. Ой. Маслины. На. На, теперь ты доставай бумажечку свою. Давай, мама прочитает. Осторожненько. Давай, прочитай. Нет, мама. Ну, ты же не прочитаешь. Или ты буквочки уже знаешь? Сейчас Уля достанет и скажет «Шоколад». Давай мама посмотрит, что там надо. Лимончик Уле надо. Вот такой вот лимон. Нутелла. Вон ложка возле тебя. Большую. Давай. Это я. Сейчас. На, давай, скидывай себе ложку нутеллы. На, Улечка. Да. Выпадай уже моя нутелла. Нутелла. Живее. Нутелла решила, хватит тебя. Ты решила сельдерей заглушить нутеллой. Давай, мама прочитает. Сыр. Вот такой у нас сыр. На. Кидай. Ну все, хватит бороться с нутеллой. Давай доставай следующую. Давай маме ложку. Мы лишнюю посудинку убираем. Ну. Прочитай. Уля, оставь печеньки в покое. Что ты хитрюжничаешь там? Я не понимаю. Йогурт, клубника. Давай я помогу открыть. Я хотела такой. На. Я человек. А тебе, может, другой попадется? Давай, доставай. У нас еще остался грушевый, яблочно-грушевый. Отец!
показывай. Олечка. Ой, Оле попался перец чили. Ура! Ужас. Вот ваш перчик чили. Кидаем Оле перец чили. Ура! Уля, ну не хитрюжничай, так нечестно. По очереди. Синий. Уля, у нас маленькая хитрюшка. Одну давай. О, ты там потеряла одну бумажечку. Мед. 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 Пакетка. А где? Вот он мед. Ложечка для медика. На, наливай себе медик. Теперь я. Что у тебя там попалось? Давай. Виноград. На, кидай себе виноград. У Ксении какой-то очень сладкий будет смузи. Ну, я думаю, Ксюша будет не против. Давай ложечку. Капает. Оп. Капает. Доставай свою вторую бумажечку. Не боюсь. Уже не боишься ничего? Да. Потому что перчик попал. Дай, кидай виноградик. А если тебе попадется чеснок? Я боюсь. Кра... Прочитай. Крапалочки. Крапалочки? Крабовые палочки? Я хотела. Ну давай. В мед крабовые палочки. Фе. Пусть какой. И пейтетку. Ты теперь. А что? Ну, то ты опять кучу бумажек достала. Одну. Одну надо, да? Доставай ты пока будешь читать. Ты там тоже кучу достала. А ну не хитри. Я две достала. Давай, мама, прочитай. Ответка. Ну почти. Бананчик. Ты любишь бананчик? Это я. Люблю бананчик, надо говорить. Кидай себе бананчик. Арбуз. Арбуз. Ура! Кидай давай арбузик. Плюх. Ну, Ксюша, пока не считая крабовых палочек, очень даже вкусный смузи. Да. Давай доставай следующую, пока Уля кидает бананчик себе. Все. Все? Ты думаешь, хватит твой смузи? Может, еще чуть-чуть кинешь? Да. Ну кидай, давай еще. Мне кажется, будет вкуснее, если больше банана будет. Все. Это Ксюша? А ты кидай себе еще бананчика лучше. Печенье. Оля, я бы на твоем месте весь выкинула. Моя. Ксюша выпала. А ты тяни себе дальше. Есть. Банана точно все? Или может еще кинем? Есть. Давай. Давай свою бумажку. Что там тебя попало? Лимон. Лимон, я думаю. Конфета. Конфета. Вот она конфета. Распаковывай, кидай. Ну-ка. Ай. Ну, а распаковать конфету? Оля решила, что и так перебьется. Давай, доставай. Нельзя так. Надо достать. Помотать. Да, надо достать. Я не понимаю. Походу, Ксюше попался шоколад. Шоколад, шоколад. Давай, Ксения, кидай свой шоколад. Кидаю. Я тоже. Опа, молодец. Шоколад, шоколад, не фарш. Так, что Ули там попалось? На лимон. Лимон у тебя уже есть. Йогурт, яблоко. Вот это яблочко. Держи йогурт, яблочко. А ты чего конфетки свои не кинула к себе в смузи? Кидай конфетки свои. Она их чуть-чуть надгрызла. Она решила так вкуснее. Вот там места мало остается. У нас осталось 4 ингредиента. И пена. По бумажкам. Так. Лимон.
Вот оно, яблочко. Так, это все лишние детали. Убираем. Я кинула себе огурчик. И бей. Улечка, ты куда? Да. Не спешим. Так, кто у нас следующий? Да, я тяну. Кажись, Уля. Да. Нет, Уля со мной вместе потянула. Ну, так ты кинула яблоко. Давай кидай свои яблоко. Давай закидывай свои яблочки. Что там у Ули попалось? Что там у Ули попалось? Белое. Киви. Кидай киви. Я не хотела киви. Ну, что поделать? Тяни. Так, тяни. Ну-ка. Что там? Ой, Уля решила их заглянуть, а чуть-чуть получилось на стол. Что там у тебя? Так. У нас остались укроп и чеснок. Кому? Чеснок! О, ура! Кидай. Ну и Уле тогда остается укроп. Приправим весь наш смузи. Красиво, шикарный. Вот таким вот образом. Вот такой вот у нас Ули смузи. Наверное, когда будет... А ну давай покажем твой. Когда будет... А вот такой у Ксюши куча шоколада всякого. Да. Так, убираем всякие бумажки. Да. Бинна, мама. Нечестно. Нечестно. Так, ну что, сейчас будем готовиться к взбитию. Кого первого взбиваем? На камстри? Давай. Камстри. Не-не-не-не-не, у обоих был камень, я видела. У меня колодец. У тебя был камень сначала, ты потом его хоп и в колодец. Давай, по-честному. Давайте. Давай, камстри. Ладно, все, Ксюшу первую взбиваем. Хоп. Взбиваем, взбиваем, взбиваем. Шоколад взлетел. Ксюшин смузи сбитый. Теперь Улин. Цвета шоколада. И теперь мы взбиваем Улин смузи. Да. Улин смузи немножечко неудобно взбивать. Будет разлетаться. Мы сейчас сделаем поменьше оборотов. Разлетел. Брызгать сейчас не будет. Ксюша такой коричневый весь, а Ули более зеленый. У меня шоколадный, а Ули шпинатный. Ну что, девчонки? Пробуем! Забираем трубочки. Лимон. Апельсин. Апельсин. Ну, пробуем. Пробуйте, что вы тут наготовили. Не тянется. Ты, может, чуть-чуть повыше подними? Подними трубочку. Ого, потянулась. Помоги мне. На, пробуй. Класс. Класс? Аули. Ой, что-то мне не понравилось. Гадость? Острая?
А нет. Ну, папа, попробуй ты. Гадость? Гадость. Острая. Со вкусом укропа. Фу! Гадость. Попробуй. Пробуй. Давай, а мы твой все попробуем. Нет, Ксения напрочь отказывается пробовать. Давай твои кроп-палки пробовать. Уля, пробуй Ксюшин смузи. Уля уже не хочет. Папа. Как тебе морепродукты с шоколадом? В принципе, особо не, не просто безвкусная масса. Фу! А мне нравится. Ставь лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! Пока-па!